дождаться должны. Свяжитесь с ним по ДВ. Слушай, или как-то только, так. Только три места. Привод, по ДВ свяжитесь. Че, на коленочке? А с кем? Синий Санитру? Есть еще одно место копилота в Севлес. Да, да, и тут в салоне два места. Вы где находитесь сейчас? Это бегемот, нету могу карты, пилотов, нету кстати. Ничего. Как слышно, где я? Бегемот, Рубинстен приехал. А, привод бегемоту и Нитру на ДВ не отвечает. И Нитру а, сел. Стэн здесь. Сейчас окей, они садятся. Понял. Так, все, салон ну, забит. Снаружи никого не осталось. Класс, прям передохнул. И Нитру здесь? Здесь. Снаружи взлетаем. Никого не осталось. Все сели. Принято. Куда проходите? А вот вы зашли делать. Так, а кто без всего сидит? Бегемот сидит. Без компаса и этого. Когда выгрузитесь бегемоту, просто отдайте рядовой кто-то, поделитесь. Я пускал, я не помню. Слышишь? И Нитру. Что? А, у тебя что там с ДВшкой? Да я слышу вас. Просто говорите, что это Ник и Нитру, а к отряду вообще. Сели на выход. Как его зовут? Прапор? Он уже прогрузился? Джон Тилл, отдай карту! Так, прием Джон Тилл, ты где? А, я справа от вертолета, зади меня. Уй. Принял. За тобой, Джон Тилл. Джон Тилл, за тобой. Принял, принял. Метки не забудьте себе поставить. Это Рубикон 2 только что из вертолета выгрузил приходу. Так, пойдем к ней. Или у меня есть портфель теперь. Это Фриут, если что, у меня есть Фриут, бегемот. Кинул я тебе только что.
Один север, один юг. А где ставят отметки, где они находитесь? Где у кого ездят, ездят? Спроси ПДВ западней по точке Нитро, есть ли кто-либо?